Всем привет, всем здравствуйте! Мелбет, первая лига, 34-й тур. Сегодня все заканчивается и в этом турнире. И в этом турнире по-прежнему есть интриги, которые привлекают наше внимание. И сегодняшний матч, который проходит в столице Башкирии на прекрасно знакомом нам стадионе «Нефтяник». Этот матч как раз из таких, с интригой. Уфа против Кубани. Юрий Нестеренко под первым номером, 30-й Сослан Таказов, 28-й Азат Байрыев, 77-й номер Владимир Лобкарев, 81-й Максим Сидоров. Прекрасно помним, был еще Денис Попов. Здесь дальний удар, рикошет. И будет еще один угловой. Емельянов. Красиво. Кесентура уложил одного. Что дальше? Сам будет бить в ближний угол. Юрий Нестеренко. Ортес. Вот это было уже хорошо. Вот это уже было здорово. Дилан Ортес был близок к своему второму голу в этом чемпионате. Возвращает мяч партнеру. И вот здесь бы уже что-то придумать. Опа. Вот это да. Попадает мяч в руку. Попадает мяч в руку в концовке первого тайма, и судья показывает на точку. Артем Любимов. Здесь нет системы ВАР, поэтому решение будет... Вот, пожалуйста, статистика. И забивает свой третий пенальти в этом сезоне. И такой важнейший для Кубани. Пока без эмоций лишних. Потому что прекрасно понимают игроки Кубани, что основная битва впереди. Метровая игра продолжается. Ортес, надо вставать. Карп. Дальний удар. Очень хороший. Посмотрите, как мяч. Навес. Навес. Будет ли удар? Карп. А вот это уже было очень близко. Вот такие моменты надо реализовывать. Вспомните, в первом тайме. И Сентура. Красиво. Карп. Здорово убрал под себя. Что дальше? Мягкий навес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой гол! Какой гол! Счет-то выравнивается 1-1. Но это было просто великолепно. И забивает. Посмотрите, кто. Александр Сандрачук. Комбинация изумительная. Просто изумительная. Первый гол. Для этого молодого 21-летнего парня. Контратака Кубани. Абдоков по левому флангу. Туда мяч отправить. Ух ты, какой гол! Какой гол! Куда там на Абдокова мячи отправлять? Но это холодный душ. Это просто холодный душ для Уфы, которая так здорово этот отрезок проводила. Урал. Пока Кесентура с мячом. Он арендован у уральцев. Как Черноморец, как Сокол, а здесь Архипов, Архипов. Это был момент, когда можно было сделать счет 3-1. Красавец, красавец Хасбулат Хамхой. Какой удар, великолепнейшим образом здесь разбирается в итоге. А вот это может быть очень опасно. Это может быть очень опасно. И продолжается эта атака. Еще один удар. Очень близко. Очень близко, но не точно. И все на этом. И все на этом. Артем Любимов дает в финале свисток. В изнеможении игроки Кубани падают на газон. Празднуем. Не только завершение сезона, но и тот факт, что команда остается в первой лиге. Александр Григорян остается в первой лиге. Думаю, так.